отрезанный огнем от большой земли. Дорога в один из жилых районов Братска перекрыта из-за сильного задымления. По информации наших коллег из медиахолдинга «Город», сейчас в этом месте горит сухая трава на полях. Добраться до дома напрямую у братчан не получится ни на машине, ни на общественном транспорте. Движение налажено через объезд. Сейчас на месте пожара работают спасатели. Угрозы жизни и здоровью населения в данный момент нет.